Свежий номер «Одинцовской недели» уже приехал из типографии в наш городской округ и ждет своих читателей в фирменных стойках газеты. Что же на страницах? Тема первой полосы. Вошел в строй новый стадион рядом с 14-й гимназией города Одинцова. Почему это так важно? Да потому что на месте старого стадиона строится новый школьный корпус, а это поможет решить проблему перенаселенного микрорайона. Кроме того, школьный стадион, и это уже стало у нас правилом, будет доступен во внеурочное время для всех желающих. Школы такого проекта, как 14-я, в народе прозвали «самолетиками» за характерную форму на картах и планах. Теперь, после пристройки нового корпуса и стадиона, это уже какая-то международная космическая станция получается. Новости Подмосковья. Недвижимость передается бизнесу за 1 рубль. Это не шутка. Это несколько целей одним ударом. И заброшенные помещения приводятся в порядок, и новые производства открываются, и налогов в результате в казну поступает больше. Паровозик из Ромашково. Все помнят этот добрый мультфильм советских времен. Ромашково – не вымысел. Оно действительно существует. Это старинное село в нашем округе и станция железнодорожной ветки Наусово. А в наши новости село Ромашково попало по той причине, что там вошла в строй новая современная поликлиника. Про микрорайон «Гусарская баллада» мультфильмов пока не снято, но новости и оттуда очень отрадные. Там строится школа и ремонтируется детский сад. Завершение работ очень ждет молодое поколение местных жителей. И Одинцово, и Звенигород. Фехтовальные табели о рангах представлены очень серьезно. Наши ДЮ США и спортклубы воспитали много именитых спортсменов в этом красивом и очень азартном виде спорта. Материал Елены Щукиной рассказывает об очередных победах наших мастеров шпаги и рапиры. В Одинцово отгремел главный выпускной бал округа. Со школы попрощались и получили заслуженные награды из рук главы Андрея Иванова 367 золотых медалиста, 100-бальники и мультистобальники, победители региональных этапов школьных олимпиад. И ждут лучшие вузы страны. А пока ребята вспоминают для нашей газеты, чем же им запомнились их школы, какой след оставили в душе. Но стране нужны и крепкие профессионалы среднего звена. Целый разворот мы посвятили выпускникам Одинцовского техникума, которые сейчас проходят практику на производстве. Для поступления баллы ЕГЭ не важны, прием ведется по среднему баллу в аттестате. Но конкурс высокий, проходят на бюджетные места обладатели аттестатов на уровне 4 и 6. Это твердые отличники и хорошисты. Но посудите сами, кто подпустит, например, к современному автомобилю, напичканному электроникой, неумеху и троечника. А вообще техникум готовит по 14 профессиям и специальностям. 3 июля отметили профессиональный праздник сотрудники ГИБДД. Наша газета провела анализ, какие отзывы граждане оставляют о стражах дорог, к примеру, на Яндекс.Картах. Оказалось, очень много позитивных, потому что полиция, помимо того, что следит за дисциплиной на дорогах, еще и очень много помогает людям, попавшим в неприятные ситуации. 7 июля – праздник народного славянского календаря, День Ивана Купалы. Обычаи и традиции наших далеких предков вспоминает сегодня Елена Щукина. Кстати, она сообщает, что в Сергиевом Посаде по случаю Купалы проводится фолк-фестиваль. Можно съездить посмотреть. А вот Георгий Янс рекомендует для посещения еще один подмосковный город – Тарусу. Это очень живописный городок на Оке. Он всегда привлекал к себе внимание художников, поэтов, писателей. И благодаря им стал уже достопримечательностью истории, культуры и искусства. В колонку происшествий на этот раз попало трагическое известие. В Жаворонках под поезд попал 18-летний парнишка. Очевидцы сообщили, что он был в наушниках и не услышал приближения опасности. Очень печально, только жизнь начиналась и вот так трагически оборвалась. Пожалуйста, будьте осторожны сами и предупреждайте детей. А я прощаюсь с вами до следующего обзора и напоминаю, если вам не досталось печатного номера нашей газеты, то прочитать все свежие новости из мира Одинцовского городского округа вы можете и в интернете. Вот наш сайт.